Эти люди каждый день стоят на страже нашей продовольственной безопасности. Мало кто знает их в лицо, но они герои нашего времени. Они механизаторы. Рост Сельмаш решил исправить эту ситуацию и рассказать о тех, кто трудится на полях нашей страны. Терещенко Игорь Иванович. Работаю КФХ «Путенко». 10 лет механизатором работаю. В прошлом году купили трактор «Рассельмаш». Трактор – это универсальная машина, и на ней можно выполнять все виды работы. Культивировать, сеять, пахать, лущить. Бабушка, как после войны, работала на первые трактора. «Натики» или что они там были. Работать некому было, мужиков не было. Потом отец пошел. На тракториста отучился и работал, уже пенсионер. Ну, а в детстве ходил к нему на тракторе покататься, понравилось. И так стал работать дальше трактористом. Любовь к земле привил отец. Что в Ольховатке занимается земледелием, что в Верхнем Мамоне. И вообще Воронежская область, она занимается земледелием. Сельскохозяйственная область. Школу закончил в 2001 году. С 2001 по 2003 учился в Павловском лицее. Потом пришел на практику и остался в колхозе работать механизатором. А потом переехал в Мамон и тут стал работать. Отец с малых лет учил, что к технике нужно относиться добросовестно и работу свою исполнять качественно. Все легко давалось. На практику пришел. Дали МТЗ. Боронил, дав сходов. Потом, ну как, посмотрели, соображают. Дали более мощный трактор. Обрабатывал пары, лущил. Потом пахота. На данный момент наше хозяйство занимается растениеводством. Более 2000 гектар земли. Хозяйство занимается выращиванием пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, подсолнечника. В том году купили трактор «Рассельмаш», посеяли все, отработали. Зарекомендовал себя с нормальной стороны. В этом году закончили 750 гектар озимой пшеницы. Ну как, заканчиваем уборку, в поле очищаем, выдуваем, чистим бункера. Потом тянем на базу. На базе моем, обслуживаем, расцепляем сеялку, трактор отцепляем, осматриваем и ставим на хранение. Вообще по агрономии 26-28 августа нужно выезжать сеять. Но мы начинаем там 1-5 сентября. Если по-хорошему, недели 3 сев идет. Трактор мощный, работает за пятерых. На мой взгляд, основные преимущества трактора – это быстрота сева. Можно сеять до 100 гектар и меньше людей задействовано в севе. Дизельного топлива 950 на смену хватает и тоже увеличивает быстроту сева. Чем меньше заправляешься, тем больше сеешь. Сезон не очень хороший оказался. Посеяли в сроки, а с уборкой проблема, дожди, и многое не убрали. Трудится 8 механизаторов. Механизаторы у нас все деревенские, не хватает. Никто не хочет идти на землю работать, потому что это непростой труд. У каждого своя профессия. Если будут все юристами, то кто будет трактористом? Поехали комбайны убирать. Урожай хороший, значит, хорошо посеял. Тут гордость. Лежит большая ответственность в выращивании хлеба. Всю страну кормим. Живем мы в лесостепной зоне, и поэтому в полях можно часто встретить и зайца, и лису, и кабана, и даже лося. Вообще перестали бояться, близко подходят. Особенно если есть нечего, вот сидишь, обедаешь, может даже подойти лиса.
Так что скучать не приходится. Ну, только с виду кажется, что работа у механизатора там легкая. Рули да рули по полю езди. А вообще тяжелая работа. Многие друзья просят там покатать на тракторе. Как они говорят, что там у тебя, поездил целый день, пришел домой, да и все. Но после того, как я их прокачу, это все у них рассеется после нескольких кругов по полю. То поле неровное. И встречаются разные препятствия, типа кочек, ям. Трактористу нужно понимать, как справиться с этими неровностями, потому что поле должно быть засеяно полностью. Поэтому, даст Бог, будет работа, будет погода, и будет урожай, и будет все хорошо. Друзья, мы ждем вашей истории. Наша команда приедет к вам в хозяйство и снимет ролик о вас. Станьте знаменитым на всю Россию. We'll be right back.